One thing is augmented reality. Прежде всего, это дополненная реальность. То есть, например, вы надеваете очки, и человек к вам подходит, что-то спрашивает, и вы уже и эти очки вам выдают информацию о том, что это за человек, где вы его видели и так далее. А затем будут устройства, которые будут помогать отвечать на вопросы, прежде чем еще их зададут. И, конечно, будут большие достижения в медицине. То есть в этой области мы сможем победить рак, сможем победить сердечные заболевания. И все это, всего вот этого стоит ждать.